что Гротника снова видели ночью на поле. Пойдем ловить рыбу в канале. О, уважаемый, тише. Что за манера? Берегите себя. А тот купец, что так радовался, когда его разбойники живым отпустили, нажрался пьяный, упал в озеро и утоп. Шаг, и ты пожалеешь. Что это тут? Тысяча чертей! Грязно выругался сиятельный принц. Что тут лучше за петушок? Почему никто ничего не делает? Чем журавль? В чем дело? А, вы, может, по поводу объявления. Мастер ведьмастер. Я ведьмак, только ни о каком объявлении не знаю. А, так я расскажу, в чем проблема-то. Может, вы и поможете? Не за даром, разумеется. Тут все дело в городском кладбище. Вопли и шум там по ночам творятся такие, что сон никак не идет. А началось все в день поминовения святого Бендера. Это я точно помню. Я с этим ходил к княжеской гвардии. Кажется, они ничего не нашли. Да кто их там знает? Может, и вовсе не искали. Так что же мне делать? Самому по кладбищу шляться? И сколько я за это получу? А сколько вы хотели бы? Идет. Я этим займусь. Жертвы были? Никто недавно не пропадал? Или только шум и все? Ой, по счастью, ни с кем ничего не случилось. А что, думаете, это какое-нибудь чудовище? Возможно. Но с таким же успехом это могут быть кладбищенские воры или какой-нибудь бродяга. Посмотрим. Уж сам не знаю, что хуже. Чтоб там ни было, займитесь этим, мастер, побыстрее. Такое видано, рыцари вином торгуют, а простых людей какой-то ведьмак должен защищать. Шума не слышно, но, пожалуй, стоит осмотреться. Какие-то следы. Вытоптанная трава и панталоны. Нет, он имел в виду другие звуки. Разрытая могила. Но кладбищенские воры все-таки стараются не шуметь.
Опять мне этот шум. Бутылки из-под вина, остатки еды, шумная гулянка? Да нет, вряд ли. Следов порядочно, но ничего определенного. Нужно вернуться, как стемнеет. Твою мать, опять кто-то долбит. Звук, кажется, идет из катакомб. Так вот откуда этот шум. Души, странно. На логово кладбищенской бабы тоже не похоже. Довольно свежее. Похороны были недавно. Луи де Карантен почил в день поминовения святого Бендера. Звук доносился откуда-то оттуда. Нет, это не могут быть кладбищенские воры. Золоченый подсвечник они бы тут не оставили. Здесь покоится Марго де Карантен. Разбитая посуда, будто кто-то ее швырнул об стену. Ни чудовищ, ни кладбищенских воров, просто небольшой бардак. Может, это все-таки не здесь? Странно. Быть не может, шум явно доносится из этого склепа.
Тут работы не найдешь. А тем более платы за работу. А вы, господа, тоже на могилу к дедушке? Что, сука? Ты еще кто такой? Кто тебя послал? Так много вопросов и так мало ответов. Философ, сука, нашелся. Вали его, ребята! Он же тут в одно рыло! Эх, если б не давали покрони всякий раз, когда приходится... Что-то здесь не так. Надо подождать развития событий. А ты только и знал, что целыми днями играть в эти карты. Краснолюд какой-то! Фу! Уж всяко лучше, чем стоять у дверей храма Лебеды и бормотать молитвы с утра до ночи. Неблагодарный! Я за тебя молилась, чтобы ты сбросил с себя ярмо азарта! Вот, видать, и намолила. Услышали боги твои причитания. Вот и радуйся, что муж твой помер. А тебе чего? Здесь частная беседа. А можно немножко потише? Соседи жалуются. Какие еще соседи? Тут же все мертвые. Не знаю, кто ты, но ты обязан мне помочь. Не желаю целую вечность лежать рядом с этим безбожником. Убери его из моего склепа! А в чем тут, собственно, дело? Это мой склеп. А эта швабра даже после смерти не отцепится, так и будет мне плешь проедать. Куда я смотрела, когда за него выходила? Ты даже собственное дитя бы в гвинт проиграл, неблагодарная ты свинья! Да было-то, сука, всего раз, и то в шутку, ну сколько раз повторять? А кто все наше имущество на статую Лебеды пожертвовал? Это... благая цель. Святость пророка навеки изменила бы этот край азарта и ереси. Откуда мне было знать, что они мошенники? А я не говорил? И всего-то раз 500. Тихо, успокойтесь оба. Так... чей это, собственно, склеп? Как это чей? Мой? Фамильный? Склеп де Карентенов? Читать не умеешь? Да,
но его выкупили у кредиторов за мое приданное. Так, пока вы тут вдвоем, мира и покоя не будет. Придется одного из вас переселить. Да, убери его! И если уберешь, я скажу, где спрятала его счастливые карты для Гвинта. Так и знал, что это ты! Значит, мало того, что выкинешь меня из собственного склепа, так еще моими картами расплатишься! Сейчас меня Кондратий хватит. Да были бы у меня эти карты на турнире в Бельхавене, я бы до сих пор жив был. Все из-за тебя, овца чумная. Из-за тебя меня зарезали. Тебя за долги убили! Нечего меня приплетать! Мужик, ты же не станешь слушать эту старую ханжу? Кажется, я знаю, где она спрятала карты. Сам тебе их отдам. Только убери ее отсюда. Мне придется подумать. Ну ладно, одного из них надо перенести. И рёк пророк Лебеда, да не будешь ты играть на деньги. А потом добавил, не то для меня ничего не останется. Еретик! Значит, ты все-таки дал ей себя. Эх, сука. Ну ладно. Слушай, есть у меня к тебе маленькая просьба. Будь человеком, перенеси меня в зал Баклерского общества любителей Гвинта. Оно тут недалеко. Ты был его членом? Вот как раз нет. Но приятно было бы. А если я к ним после смерти вступлю, никто и возражать не станет. Я так точно не стану. Я этим займусь. Где зал? Как спустишься в катакомбы, иди прямо. Вход в зал в начале коридора. По правую руку. Спасибо тебе. Глубже в катакомбы, но пойдем. Частное помещение достопочтенных членов Баклерского общества любителей Гвинта. Это здесь. Тут будет хорошо. Ладно, идем к Марго за наградой. Готово. Ну и где шкатулка с картами? Как выйдешь через бочарные ворота, поверни направо. Наш дом там легко узнаешь. Там над дверью вывеска с деревом. Шкатулку я закопала в саду под розовым кустом. Вывеска с деревом, розовый куст. Запомнил. А что ты сделал с Луи? Воистину, он света не видел за Гвинтом, но я бы не хотела, чтобы он очутился в канаве или в выгребной яме. Не волнуйся,
Я нашел ему хорошее место. Там он будет себя чувствовать как дома. Прощай. Эх, где мои молодые годы? Куда так спешишь, белоголовый? Поставщик двора. Приветствую в универсальном магазине Дюпон и сыновья. Удовлетворение гарантировано. Покажи, что там у тебя. Бывай. Лучших товаров не найдешь во всем. Работу выискиваешь, а, ведьмак? Волка в Тусенте! Привет! Я Лазарь Лафарг. Геральт из Ривии. Откуда столько радости? Есть работа? А то! И речь не об охоте на чудовищ, но тебе будет интересно. Я кузнец и давно уже разыскиваю чертежи ведьмачьего доспеха невероятной прочности уровня великого мастера. Что-то слышал о таких, но никогда не видел. Думаю, они утеряны. А вот и не совсем. Мне повезло узнать, что их владельцы приехали в Тусент. Увы, они погибли, но я знаю, где. Теперь мне осталось найти напарника для поисков. Если знаешь, где искать, то почему сам туда не сходишь? Я похож на бывалого авантюриста. Без обид. К тому же, кто будет выполнять заказы моих клиентов, если я... уйду на поиски. Нет, я лучше доверю это дело кому-нибудь более опытному. Принеси мне чертежи, а я тебе выкую, что захочешь. Все эти чертежи каким-то образом оказались в Тусенте. Как это вообще возможно? В Тусенте некогда жил легендарный эльфский кузнец Тиен Саэль. Он давно уже умер, но когда-то ведьмаки со всего света приезжали к нему, чтобы заказать себе доспехи. Слышал. Говорят, он был самым лучшим. Так и работа стоила фантастических денег. Ведьмаки брались за сложнейшие задания, чтобы заплатить за его творение. Некоторым не повезло. И теперь их чертежи гниют вместе с их бренными останками. Я понял. Где останки, там и чертежи. Только как понять, где искать останки?
Так случилось, что я был в учениках у Тиенсаэля. И все истории о погибших ведьмаках знаю из первых рук. То, что он мне рассказал, скажем, это отбило мне охоту самому искать чертежи. Давай так договоримся. Я расскажу тебе все, что знаю, а ты найдешь чертежи и позволишь мне их скопировать. Где мне искать чертежи? Мне известно о 5 погибших ведьмаках. Все из разных школ. Волка, Грифона, Кота, Медведя и Мантикоры. С которого начнем? Школа Мантикоры. Я мало что о ней знаю, хотя приходилось носить выкованные для этой школы доспехи. Учитель говорил, что крепость Мантикор была далеко на востоке. 100 лет назад оттуда приехал один ведьмак, некий Мертен. Он произвел нехорошее впечатление на моего учителя. Вонял, как краснолюдская винокурня, и все время лез в драку. Тиенсаэль захлопнул дверь у него перед носом и сказал вернуться, когда протрезвеет. Он не вел дел с пьяными. А ведьмак так и не вернулся. Люди говорят, что он спьяну сцепился с княжеской гвардией. Его арестовали и тут же казнили. Тюрьма Бастой, где его держали, уже давно разрушена. Но, может, оттуда стоит начать поиски? Расскажи о ведьмаке из школы Волка. Его звали Адон. Я хорошо его помню. Учитель даже помог ему найти трудный, но хорошо оплачиваемый заказ. Незадолго до того в Тусент прибыли археологи из Кастель-Грапиана. Они расспрашивали учителя об эльфских руинах в Термесе. Он предупредил их, что места там опасные, и посоветовал нанять Адона охранником. Не знаешь, какие опасности он имел в виду? По легенде, в подземельях Термеса обитают призраки. Не знаю, правда ли это. Но оба ученых и ведьмак сгинули без следа. Я хочу о другом спросить. Где мне искать эти чертежи? Конечно. Расскажи о ведьмаке из школы Грифона. Он приходил 200 лет назад, но учитель хорошо его помнил. Этот ведьмак не был так эмоционален, как многие его коллеги. Он взял какой-то заказ в форте Усар, и ему было нужно снаряжение получше. Он показал учителю чертежи, внес задаток, и больше его не видели. Говорят, однажды ночью он выехал из форта и не вернулся. А куда он мог поехать? Говорят, он очень торопился, так что, может быть, в спешке что-то оставил. Стоит поискать в Усаре. Хотя теперь форт лежит в руинах. Расскажи ведьмаке из школы Кота. Год назад княжеский бронник Делане обратился ко мне с просьбой подтвердить подлинность присланного ему ведьмачьего чертежа. Он работал над новым доспехом для гвардии, а какой-то ведьмак из школы Кота хотел продать ему чертежи полного снаряжения, что было бы очень кстати. Это действительно был ведьмачий чертеж? Вне всякого сомнения. Жаль, Делане не разрешил мне его скопировать. Он был очень взволнован, боялся, что ведьмак просто убьет его и заберет деньги. Не исключено, что боялся он не зря. Вскоре после этого Делане исчез без следа. Я бы поискал зацепки в его доме, но его жилище пришло в запустение, и теперь туда и зайти-то опасно.
Расскажи ведьмаке из школы медведя. Он появился вскоре после того, как мастер Тиенсаэль взял меня в ученики. Я помню огромного ведьмака с медальоном в виде медвежьей головы. Он торговался, как базарная баба. У ведьмаков не бывает лишних денег. Да, и этот явно не был богат. Но он обещал, что скоро получит нужную сумму. Он взялся за заказ на винограднике Туфо, где дом развалился. Время прошло, медведь так и не вернулся, а учитель отправил меня в имение Туфо. Оказалось, ведьмак действительно принял заказ, но больше о нем никто ничего не слышал. И это все, что я знаю. Покажи мне свои товары. Бывай. Удачи! Нашей матрешке сиськи как плошки, пизда как лукошка и в жопе гармошка. Расходитесь! У меня три дубля. Памятник Реджинальду Делмо закрывается до особого объявления. Как закрывается? Мы весь день сюда ехали. Прошу всех разойтись! Памятник закрыт! Что тут творится? Держи меня, пророк Лебеда! Я же сам не сдержусь! Ясно же сказано, на сегодня памятник закрыт. Постой, ты тот самый ведьмак, Геральт из Ривии. Кажется, у меня есть для тебя работа. Что за работа? Кое-что с памятником Реджинальду де Обре.
дело очень деликатное, но я хорошо заплачу. Пока ничего больше не могу сказать. Ну, как? Интересно? Рассказывай, что там со статуей? Лучше раз показать, чем 100 раз рассказывать. Пойдем, сам все увидишь. Вот и он, гордость наша, Режинальд де Обре. Величайший любовник, искуснейший фехтовальщик, а кроме того, виртуозный музыкант, мастер игры на арфе. Что с ним не так-то? Как бы это сказать? Он лишился своего достоинства. Кто-то украл яйца? У статуи? Ну, это же никакая попала статуя. Это сертифицированная копия, для отлива которой использовались подлинные гениталии Режинальда. Поэтому каждый, кто их погладит, получает необычайную любовную силу. Каждый, оплативший билет, разумеется. Ты должен найти эти яйца. Подозреваемые есть? Учитывая, что яйца Режинальда – истинное сокровище, это мог быть кто угодно. Кто от такого откажется? Ты знаешь, когда произошла кража? Пару часов назад, самое большее. Когда я проводил последних экскурсантов, это было совсем недавно, все было на месте. Мне надо осмотреться. Может, найду какие-то зацепки. Делай, что считаешь нужным, но найди яйца Режинальда. Без них весь туристический сектор Баклера повиснет на волоске. На волоске! Спокойно, Режинальд, спокойно. Скоро ты будешь цел и невредим. Идет на след бестии. Пускай обратится к командиру гвардии. Вот так индивидуум. Аж бояться страшно. Неплохо. Любимец сиятельной княгини. О. Ну и ну. С деревом. Похоже, тот самый дом. Окружи меня заботой. Мне снилось, как я была волком. А ты умеешь махать мечом левой рукой? Я вот умею. А знаешь, какой должен быть флаг княжества? Бело-красно-розовый. Медальон вибрирует. Что-то тут не так. Придется обойти. Что поделаешь? О, знал я одного ревийца. Коня у меня увел. Что там, Королевич?
Нет, не здесь. У тебя сегодня плохой день. Ведьмак. Ага, все как она говорила. А вот и обещанные карты для Гвинта. Ведьма. Ой-ой-ой. Ты наполнишь меня любовью? Ой-ой-ой. Баклери, все спокойно. Этой самой бестии. Могла бы и меня бестия. Кажется, я сейчас блюну. Кожа ветшает, и человек умирает. Готово. Не будет больше шума на кладбище. Там теперь тихо и спокойно. Ах, ну хоть высплюсь в собственной постели. В лесе тоже стало слишком шумно. Все орут, как оглашенные. Один только и знает: Одрин, Одрин, как полоумный. Но что там было на кладбище? Чудище, как вы и говорили? Да нет, семейная ссора. Только и всего? А вопили-то как? Да, что ж, жаль, что побеспокоил вас из-за такой ерунды. Вот вам тут и за труды. Спасибо. Откупай.
заболевание, кожа ветшает, и человек умирает.